древних военных инструментов является волынка, известная во многих странах мира. Но родиной оркестров волынок по праву считается Шотландия. У нас в гостях сводный оркестр волынщиков и барабанщиков из Великобритании, Австралии, Южноафриканской Республики, Канады и Новой Зеландии. Неповторимый ансамбль из 16 военных, полицейских и гражданских оркестров во главе с музыкантами знаменитых шотландских полков. В составе сводного оркестра волынок и барабанов участвуют следующие подразделения. Первый батальон «Шотландский гвардейский полк», «Королевские шотландские пограничники», «Полк «Черная стража», «Горцы», «Сифорд», «Гордоны» и «Камероны». Второй батальон «Королевский стрелковый полк «Гуртхов», «Королевские британские военно-воздушные силы», «Королевский британский корпус связи», «Корпус офицерской подготовки университетов Шотландии», «Австралия», «Австралийская федеральная полиция», «Полиция Западной Австралии», «Южно-австралийские волынки и барабаны «Крысы Торбука» и «Ипсвич Тисл», «Канада», «Канадские вооруженные силы», «Южноафриканская республика», «Трансваальский шотландский полк», «Новая Зеландия», «Оркестр города Темука». Руководитель сводного оркестра, директор музыки волынок Королевских вооруженных сил Великобритании и Северной Ирландии, капитан Стюарт Сэмпсон. Всего в составе сводного оркестра барабанов и волынок 350 человек. Вы смотрите первый военно-музыкальный фестиваль «Кремлевская зоря» на Красной площади. Я Владимир Познер, а в студии со мной главный военный дирижер вооруженных сил России, генерал-майор Валерий Михайлович Ходилов. Вот, Валерий Михайлович, задам вам неудобный вопрос. Да? Они, эти шотландцы, выходят в килтах, ну вот в этих юбках. Ну да, в юбках. Да, а что под юбками, как вы полагаете? Я не хочу отвечать на этот вопрос, без комментариев. Без комментариев. А я скажу, они носят так называемый атлетический пояс. Вот, это такое правило, специальное такое приспособление, которое, кстати, бывает и у боксеров иногда. Угу. Вот. Спасибо. Видите, я что-то знаю, чего вы не знаете. Спасибо. Ну, надо показать эрудицию иногда. Волынщики. Вообще, это существует очень давно, этот инструмент, он совершенно удивительный. Для того, чтобы на нем играть, нужно обладать очень мощными легкими. Да, диафрагма большая, да, безусловно. Набирать воздух, вбирать в себя воздух очень много. Потом выпуская его, издавать такие замечательные, совершенно необычные для нашего российского русского слуха звуки. И, кстати, очень воинствующие, на самом деле. Очень воинствующие. Иногда плачущие, иногда печальные, но иногда прямо такие, знаете, да, зажигающие. Ведь волынка – инструмент, который, в общем-то, сопровождал своей игрой и сражения на поле боя, и различные ритуалы воинские, и сейчас. Потому, скажем, вот в армиях многих стран целые оркестры пайп-бендов, так называемых, оркестры волынок. В данном случае 350 волынщиков выходят на Красную, вышли уже на Красную площадь. И я знаю точно совершенно, что в мировой практике впервые такое количество волынщиков собрались вместе. Да, зрителям, может быть, интересно узнать, что вот эти цвета, которые носят они, это цвета разных кланов, восходящие к очень давним временам. Кланы Маккензи, Гордон, да, и так далее. То есть это, и нельзя это носить, если ты не принадлежишь этому клану. Нужно специальное разрешение. Да. В общем, шотландцы придумали две замечательные вещи. Волынку и виски. Да. Ну, мы говорим о шотландцах, но я должен сказать зрителям, что в этом оркестре, насчитывающем 350 человек, есть представители Австралии, Канады, Южноафриканской Республики, Новой Зеландии. Британского доминиона, так называемого. Да.